На северную природу каждый смотрит по-разному. Например, Ирина Черных воплощает свои идеи с помощью природных материалов – дерева, мха и камней. А что из этого получается, смотрите в сюжете Анны Шинкаренко. Это вот иллюстратор. Вот. Делаю схему, печатаю ее на плотной бумаге. Так начинается работа над миниатюрой. Схему каркаса домика Ирина Черных рисует в графическом редакторе. Для нее это дело обычное, так как девушка – студентка 4-го курса МАГУ по специальности графический дизайнер. Родом она из Кировска, первую свою поделку сделала в 11 классе. В основном материал, который работаю, я их не в магазине беру, я иду в лес, набираю мох, я иду в горы, набираю камушки такие мелкие. Вот. И мне кажется, это на самом деле прикольно, что вот именно то есть натуральная северная природа, мне нравится использовать именно вот натуральные естественные материалы в работе. Первый раз девушка показала свое творчество на втором курсе университета. Ира на тот момент работала с ребятами, которые снимали фильм. Они обратились с просьбой сделать макет поля с окопами, чтобы понять, как эта площадка будет смотреться в реальности. После этого студентка начала публиковать видео своих работ в социальных сетях. На создание одного домика уходит от 3 до 5 дней. Как говорит Ирина, она занимается такой работой, когда есть время, и ей это в удовольствие. Основная цель моя, чтобы у каждого дома, кто хочет, кому нравится такое творчество, появился кусочек севера, поэтому вот такая моя цель. Вечерами после лекций под приятную музыку Ирина создает предметы, передающие невероятную красоту нашего заполярного края. Итог в том числе оценивают ее подписчики в социальных сетях, так как рабочий стол оборудован не только для того, чтобы собирать миниатюры, но и снимать контент. Смотрим. Львиная доля отзывов под каждым видео положительная. По словам Ирины, возможно, хобби перерастет во что-то большее. Но пока девушку ждут подготовка к дипломной работе и выпускной. А северные миниатюрки приятно украшают ее комнату. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ.